Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жиндосом мы будем продолжать прятаться в нашей рубрике «Троллинг прятки». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями «Троллинга прятки». Только благодаря вам мы продолжаем записывать эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос. Чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет следующая серия. А сейчас, Жека, без слов побежали просто. Давай быстренько побежали. У тебя батарея включена. Что у меня тебя плюхи? Ничего у меня там нет, ничего нет. Ладно, все, давай. В общем, ребята, вот моя карта. Что это за карта? Если честно, даже не знаю. Какой-то потерянный, затерянный мир. Потому что, как видите, тут големы охраняют вход вот в такое царство всяких монстров. Тут у нас энты, тут у нас волки гоняются за овечками. Вот смотрите, во-во-во, волки гоняются. Тут у нас... ну, что-то непонятное, а тут у нас просто какой-то музей крабов. Ну, а я спрячусь очень даже заметно, но потом Жеку будет ожидать что-то непонятное. В принципе, это вы все сами увидите, как обычно. Я вам не буду говорить, где я спрячусь. Сначала пойдем к Жиндосу, пройдем его карту, потом вернемся сюда и посмотрим, что Жека сделает и сможет он меня вообще найти. Да. Ну что, Жиндос, я иду, да? Да, давай, иди, я забыл выключить геймод, что я его выключил. Ну что, Эдисон, давай. Так, что это у тебя тут такое, Жека? Эдисон, если ты смотрел фильм «Властелин колец», ты, в принципе, должен понять, что это у меня тут такое. Ну, ща, я еще... А, то есть это мой любимый фильм, да? Ты сделал, типа, построек. Так, подожди. Да, специально для тебя, я построил Мордор. Мордор он построил, хорошо. Да, черные врата, как бы, ну ты увидишь. Тут даже Саурон на тебя смотрит. Да? I see you. Подожди, я еще его не вижу, поэтому подожди. Да, но он тебя видит. Ты его не видишь, а он тебя видит. Ну, в принципе, глаз Саурона, да, всегда меня видит. Поэтому... А если я спрятался в пещере? Да, у тебя же кольцо. У меня кольцо. Он чувствует. Эдисон, быстрее беги, сбрось это кольцо. Сбрось славу, хорошо. А ты паскуда, хорошо, так. Ой, подожди, Жек, подожди. Ты по паучкам залез, да? Я залез по паучкам, да. Молодец. Так, сейчас. Паучки-то хорошо. Да нет, на самом деле, паучки это очень плохо. Ну сейчас. Так, драконы тут летающие, да? Это не драконы, это назгулы. Это назгулы. Так, сейчас, хорошо. Ой, так. Здравствуйте. Ой, что-то тут много всего. Ну тут как бы орки, понимаешь, как бы это же морда. А, это орки, зомби это, ну хорошо. Ну, орков не было, в экране сидите. А, не, я уже подумал, что это ты, какой-то маленький Назгул там сидел. Ты что, пьешь малыша Назгула? Ах ты какой. Так. А это... Опа, лук Леголас. О, вот это дело, Жек, это дело. Где-то еще стрелы должны быть, да, кстати, стрелы должны где-то быть, согласен. Это был не я. А, это был не ты, да? Это был... Так, стрелы, Жека, мне нужны стрелы. Ну ты посмотри, стрелы должны быть у лучников. Где у нас лучники? Лучники должны быть на стене, по идее. Ну вот ты попробуй на меня залезть. Ну тут как... Опа, лучники, да? Нет, а почему это лучники как бы без лука? Ну как-то не сходится. Ну потому что в этом моде они почему-то без лука. Ага, без лука. О, я стрелы нашел. Ну что-то как-то быстро все сделал. Ну ладно. Кажется, меня сейчас спалишь. Ну ладно. Ай! Так. Не, Жек, это не ты. Да? Хорошо. Это ты? Ладно, чтобы ты не парился, я понял, что я сделал немножко криво. Короче, дракон это не я. А, дракон это не ты. А я уже... Хорошо, я уже как бы все стрелы потратил. Ну хорошо. Ну всё, ладно, ты как прошел лук, всё прощай. Лук Леголаса. Так, опа, это Сэмми Фродо, да? Ну бросай уже кольцом. Давай, брат, ты голым, да? Ты голым. А, я голым, я упала. Ну прикольно, ты продал. Так же. Как его-то там скинул. Я скинул Сэма. Ах, ты ж говня. Сэм капут. Так. Ты упал! Сейчас заберусь к этому Саурону, паскуде. Так. Давай. Сейчас будет все. Сюда залезть и сюда залезть можно. Так, Саурончик. Саурончик, где Саурон, Жека? Где Саурон?
Я вижу, конечно, я вижу глаз, да. Так, как мне на другую сторону пройти? Подожди. Сейчас, Жека, сейчас я попрошу, я договорюсь с Сауроном, он тебя выследит и поможет мне найти тебя. Так. Ну, в принципе, мне показывают. Чего? Хорошо. Я тебя. Так, мне интересно, где тут? Тут даже не так много мест, где можно спрятаться. Да, так что ты ищи. Жека. Ай-яй-яй! Я упал. Сарон меня сбросил. Хорошо. Так. Что такое? Это тоже не то. Так, а вот подожди, а вот это. Не, я тебе так скажу. Ну, давай, скажи. Ну ладно, раз уже проговорился, так что буду говорить. Как бы. Нет, я такого не могу тебе. Да скажи, давай. Нет, это будет слишком палевно, нет. В лаве меня тоже нет. Я таких непроходимых испытаний не строил. Так. Чекай, искусственный интеллект проверяй. Искусственный интеллект. Так, кто там горит, а? Что за дебил? Орк какой-то дебил. Так, хорошо. Так, я думал, это ты, он вниз смотрел, алло, я думал, это я тебя уже спалил. Ладно, Эдисон, ты меня спалил на самом деле. Я просто понимаю, что ты меня так не найдешь, как бы, Эдисон, смотри. Привет! Я был на этой лошадке, ну ладно, раз ты ударил эту лошадку, так уж и быть, ты меня нашел, ну серьезно. Подожди, я чуть не понял. То есть меня твоя лошадка убила, а ты на ней был, да? Да, а я на ней был. Иди, паскуда, иди сюда, орк проклятый, орк проклятый. Ладно, в принципе, это реально, тут бы ты меня вряд ли нашел, так если бил бы лошадей. Прикольно. То есть я не продумал. Ты прикольно бегаешь, ну, вряд ли ты... Ну, потом на видосе посмотришь, как ты бегаешь. А, то есть я на жопе, да? Да, на жопе. В воздухе катаешься на жопе. Это нормально, все, не прячься, давай. Давай. Ну что, Эдисон, как бы я иду тебя искать? Ну что, давай, Жека. Ты не спрятался, я не виноват. Я спрятался. Да, Жека, давай пожаловать мой затерянный мир. Тут у меня всякие монстры, всякие мистические существа, энты, големы, которые охраняют вход. Жек, ты там аккуратнее. Подожди, знаешь, мне эти два чувака жирных из камня напомнили из грибов, это которые с колонкой ходят. Любят нас. Давай, Жек. Это вряд ли, конечно, ты не это, я... Ну ты смотри, они тебя не пропустят, мне кажется. Да пропустят. А ты... Там утка сидит. Ну ладно, утка, я думаю, на нас... Да, утка. Утка сидит там. Хорошо. Так. Ищи меня там. Крабы у тебя тут какие-то ползают. Ладно, я пошел под землю. Я сразу пошел под землю. Да, у меня там туннельщики всякие. Страшные туннели такие, Жека. Рыть проходы. PC какой-то не бьется, ну ладно. Видимо, это не ты. Гейммод забыл выключить, чем выключить. На самом деле, я так реально не подумал, потому что он стоит. Ну-ка, подожди, я еще раз его ударю. Он стоит, а не лежит. Ты специально так сделал? Нет, не специально, нет. Да, специально, я понял. Так, а овцы... А там, смотри. Хотя нет, все. А, это был обычный моб, я думал, ты улитка. Ну ладно. Моб-то просто спалился. Я убил эту... Опа, здравствуйте. Нет, это не ты. Эх, так, хорошо. Может быть, где-то на деревьях ты? Может быть, где-то вот тут? Ой, есть, сломал. Прочекай. Да, там смотри. Капец, тут уток! Да, там... А, ну... Там смотри, там еще яички вроде есть, Жека, там яички есть. Да, я тут уже нашел одно яичко. Яичко? Ах, ты же падла. Убил меня яйцо. Тебя яйцо убило, ну прикольно. Не, вряд ли бы ты стал... Смотри, давай будем по такой логике действовать. Ты в прошлой серии был яйцом. Не будешь ты же две серии подряд с яйцом? Да. Ну подожди, а может я тебя так пытаюсь обмануть, то есть и там яйцо, и сейчас яйцо? Многоходовочка, я понял. Многоходовочка, все продумано. Калькулей ты, Джека. Мне кажется, ты меня обманываешь. Думаешь? Мне кажется, ты меня обманываешь, я залез на крышу. Так, я залез на бочку. Джека, у меня к тебе большая такая просьба. Вот иди, да, прямо иди. Вот, видишь вот эту листву? Можешь сломать почти всю листву вот тут на крыше? А чё, почему? Ну, сломай, не. Вот на крышу сломай, да. Да тут... Да подожди, ну тебе нужно... Я упал! Ну залезь еще раз, тебе нужно ее всю сломать, Джека. Да? Там, да. Нужно всю сломать. Зачем? Ну сломай, ну пожалуйста. Я уже один раз сломал и грохнулся, ты не обманываешь. Нет, тебе нужно сломать, Джека.
Всю листву? Не, вот там, только вот там, где ты ломал, вот эту. Да, вот. Я сейчас опять грохну. Не, ну ты просто, да, вот эту сломай. Не грохайся, просто сломай. Сломай. Все, спасибо. Ну просто там надо сломать, я построил там крио, поэтому. Я только прыгнул в дом, там какой-то прыгающий NPC был. А он тебя убил? Да, мне кокнул. В смысле, сам кокнул или ты его ударил? Ну я просто, видимо, его ударил, от него убежал, и он потом меня хорошо. Он меня запомнил. Он тебя запомнил. Да блин, я не знаю, где ты. Сейчас найдем. Мне кажется, вряд ли ты волк, как-то это слишком подозрительно, они. Что ты на меня смотришь? Да, ты как посмотрел, тебе типа, что ты тут забыл, мои овцы, да? А, то есть ты меня видишь? Да. А, я еще энтов не чекал. Иди сюда, падла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну энты там охраняют. А ты был в музее, Жека моё, музей крабов? В смысле, музей крабов? Музей, внутри вот там крабы, музей. Где внутри? Не, в здании вот этим, там крабы есть, музей крабов. А, в смысле, там, где они стоят в этих колбочках, да? Да. А, значит, раз ты это не видел, что я там был, значит, я там нет. Я понял. Mm-hmm. Это многоходовочка. Все продумано, Жека. Все продумано наперед, понимаешь? Так, ты меня что-то это, ты меня путаешь. Я не понимаю, где ты. Все продумано, Жека. Все продумано. Может, ты все-таки волчары? Нет, не вряд ли ты волчар. Может, все-таки овца? А ну иди сюда! При закрытии прям стадом таким. Так. Может, это ты, Энди, сюда не бьется. Где ты вообще? Я тебя не вижу. Где ты? Шпарк. А, вот вижу. Да, я тебя вижу. Бегает он. Ну ты 100% не яйцо. Ну вот если ты будешь яйцом, ты по жизни, короче, яйцо. Оскорбил меня, прикольно. Все, ты по жизни. Что это там? Какие-то звуки. Какие звуки? Ничего не было. Какая-то стрекоза там. А, стрекоза? Не знаю. Да. Да блин, Эдисон, я не понимаю. Так, ну может быть ты краб все-таки? Кто его знает? Бегает, смотрите, наблюдает. Искусственный интеллект чекает, да? Ну ты чекай. Не я. Так, подожди, я, ты знаешь, кое-что сделал. Чё? Почему под ним цветочки появились? А, это, видимо, просто прорисовались просто. Так, подожди. Ну. Ты чекай. Ай-яй-яй-яй-яй, я убил. Не, подожди, мне почему-то кажется реально, что ты краб. Да. Может быть. Так ты ж падла, не могу его ударить. Ладно. Ай! Да ты чертов краб, я тебе говорю. Так, Жека, ты где? Я тебя потерял, Жека. Ты где? Жека. А, все. Да. Да иди ты в жопу! Я не понимаю, где. Ну, ты. У меня тут хороший обзор, Жека. Я тебя вижу, вот даже сейчас тебя. А, ёкарный баба, я вообще не увидел эту штуку. В смысле? В смысле не увидел эту штуку, алло? Жека, чё ты делаешь? Ща, падла. Что ты там тыкаешь? Не тыркай. В смысле, где ты? А я понял, ты в воду прыгнул, да? Чего? Ты ж падла. Я за тобой слежу. Ты прыгнул в воду. Чего? Куда я прыгнул? Эйсон, ты меня путаешь. Так, тут стало больше крабов. Зараза! Да! Это на одного краба стало больше! Ты реально прыгнул в воду? Я специально там сделал в этом здании невидимые блоки, чтобы прыгнуть в эти невидимые блоки, потом там воду в здании, чтобы тебя запутать, а потом выбрался наружу, на улицу. Вот такая многоходовочка у меня, Жек. Ах ты ж говнюк, иди сюда, тупой краб! Все, хватит меня валить. Ах ты ж говнюк, ах ты ж... Нечестно! В смысле нечестно? Это самая палевная точка на всей карте. Ты его прочекал? Перепрятывается. Хорошо, мне понравилось. Ребят, ставьте огромный палец вверх на вот этот видос, если хотите больше серий с прятками и с троллингом. Чем больше лайк наберем, тем быстрее будет выходить следующее видео. И также, ребята, не забывайте комментировать видео и подписываться на наши каналы. Ссылки есть в описании. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи и всем пока. Пока.